день. Опять получила посылку с мылоопт. В этот раз оказывала 4 килограмма. 3 килограмма английской белой основы и 1 килограмм прозрачной основы. Сейчас посмотрим, как все упаковано. Что могу сказать? Первый раз столкнулась с тем, что посылка шла очень долго. 19 дней. То есть она, я заказ сделала еще 30 января. И вот только вчера ее доставили на новую почту. Сейчас посмотрим, как тут все. До этого было по-разному. И 5 дней, и 8 дней. Ну вот. Вот все. Все соответствует, все хорошо упаковано, все как я заказывала. Буду сотрудничать и дальше.